Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует канал Леонид Пустовойтов. Вот сегодня решил выточить вот такую тарелочку или чашечку небольшую, состоящую из подгнившей березы и нарезанных сегментов дуба. Вставлены прокладки, вот они, эти прокладки из сосны. Я ее уже в основном подготовил. Сейчас осталось только обточить и внутри вытащить. Все. Поэтому сейчас этим мероприятием и займемся. Сейчас я установлю все в токарный станок и приступаю к работе. Обточил я торец и отшлифовал. Вот что у меня получилось, видите? Итак, повторяю, здесь у меня вот эта половина подгнившая береза и вот это бук со вставками из сосны. Вот так у меня получилось. Сейчас приступаю к обработке внутри. Ну вот, все, внутренности выбрал, теперь осталось хорошенько обточить. Вот. И смазать масловоском или воском. Посмотрим. Приступаю к обточке, шлифовке. Я свою мисочку, тарелочку. Вот что у меня получилось внутри, видите. Я уже отшлифовал, осталось теперь скрыть масловоском. Сейчас масловоск принесу. Скрою, и после этого я вам покажу, что получилось. Бук, конечно, играет здорово. И вставки сосновые как раз в тему пришлись. Покрыл я масло воском свое изделие. Вот что у меня получилось. Видите? Вот такая вот красота. Сейчас еще немножко она постоит. И еще раз я отшлифую сухой тряпочкой. И после этого уже покажу вам свою работу на показательном столике. А пока ждем, пока впитается. Закончил я свой проект. Вот что у меня получилось. Изделие сделано из сосны. Кусочка вставки вот эти из бука и подгнившей березы. Вот такая
чашечка красавица у меня получилась. На этом я свое видео заканчиваю. Всем добра, здоровья, удачи, успехов. Подписывайтесь на мой канал Леонид Пустовойтов, буду рад. Так, до скорых встреч, до свидания. Кому понравилось, ставьте лайки, кому нет, ставьте дизлайки. До свидания.